Oh, eccoci qui, eccoci qui. Oh, eccoci qui, eccoci qui. Non riuscivamo a fare la diretta. Eccoci qui col nuovo look, il nuovo look che, insomma, sono bellissimi, mi piacciono tanto. Adesso mi esercito a leggere in russo una canzone, un testo di Dostoevskij, L'idiota, l'idiota. Che è parecchio lungo, ne leggiamo un pezzettino. Sono un po' raffreddata, ecco. В конце ноября в оттепель часов 9 утра поезд Петербургского Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сиро туманно, что на силу развело в 10 шагах вправо и влево от дороги. Трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса. И все людям мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира, оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне Петербургского Варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широкий, сплюснутый, лицо скулистое, и тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметно было в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как соседи его принужден были вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, которая, очевидно, была не приготовлена. На нем были довольно широкий толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии.
не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйткунина до Петербурга. Volevo fare... no, questa no. Questa no. Che ho poco tempo, devo uscire tra poco, quindi poco devo uscire. Dunque, dove l'ho messo? Comunque, iscrivetevi ai miei 6 canali YouTube. Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Musica tradizionale sarda con Veronica Pisano. Ballo a casa con Veronica Pisano. Interviste varie con Veronica Pisano. Storia con Veronica Pisano. E extraterrestri con Veronica Pisano. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!